Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что же принесет вам пятница. А пятница принесет вам какую-то победу. Правда, победа, которая вам будет дана каким-то очень нелегким, непростым способом. То есть такая нелегкая победа. Возможно, борьба была ранее, возможно, будет как раз-таки в пятницу с утра. И касается это, смотрите, может быть, оформление каких-то документов, документов, связанных с недвижимостью, также любые договора, сделки, контракты. Вот, то есть чего-то вы добивались прям вот, можно сказать, через себя даже, да, или прилагая огромные усилия. Ну, прям борьба вот с утра для того, чтобы еще у кого-то проиграться, девочки, как борьба или приложение усилий, в общем, усилия будете прилагать прям с утра для того, чтобы куда-то вернуться. Здесь еще идет возвращение какое-то, может быть, возвращение на прошлое место работы, там, в свой город, в свою страну, там, или еще что-то. Но действительно придется прилагать немалые усилия. То есть победа будет, но она нелегко к вам придет. Ну и потом наступит такое успокоение. Или отдых, да, отдых после стольких усилий. Вот, ну, потому что победа, да, вот карты говорят, все в ваших руках, да, действительно, вам нужно будет прямо вот преодолеть даже саму себя для того, чтобы эту победу добиться. Ну, для кого-то действительно проиграться, как возвращение на прошлое место работы, или, да, может быть, еще судебное разбирательство и доказывание своей правоты. Но это вот первая половина дня, вот это вот, вот эти усилия, вот это какая-то борьба будет, вот. Возможно, действительно, доказывание чего-то кому-то, да, то есть не обязательно это в суде. Вот, отстаивание, может быть, своих прав, своих границ тоже вполне возможно. В общем, такое, хочу сказать, вот первая половина дня будет очень насыщенная. Может быть, действительно доказывать будете с вашим партнером, что сотрудничество с вами будет являться самым лучшим, да, что будет выгодно и для вас, и для ваших партнеров. Вот, это если у вас бизнес. Если же, к примеру, вы хотите куда-то вернуться на прошлое место работы или устраиваетесь, вполне возможно, на работу, то будете показывать свою квалификацию, то есть доказывать соответствие заявленной квалификации, вполне возможно. Так, еще что я тут вижу, девочки. Ну, ближе к вечеру поездка. А вот. Такое ощущение, что вот мне карты показывают поездку домой. Ну, то есть после работы или после рабочего дня, даже если у вас бизнес, да, поездка домой или поездка, может быть, к родственникам, кому-то из близких. Ну, вот итог я сейчас вижу, честно говоря, по пятнице, то есть вопрос решится, но и наступит наконец-то облегчение по поводу решения вот этого вопроса, он решится в первой половине дня, ну, а во второй половине дня тут у кого-то из вас будут свидания, у кого-то встречи с родственниками, вот, ну, еще смотрите, тут такой момент, учитывая то, что я вижу поездку и возвращение, да, вполне возможно какое-то действительно возвращение домой, возвращение, может быть, у кого-то проиграться, как в родные места. Для записи, напоминаю, что для записи на личную консультацию пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. И, девочки, последний день остался большой скидки на большую книгу Таро, от которой можно получить ответы прямо мгновенно. Получаете книгу сразу же, не открывая даже, задаете свой вопрос. Книга уже заряжена моей энергией. Открываете и просто читаете ответ, причем, смотрите, здесь по 11 пунктам. То есть в любой абсолютно сфере вы получите ответ. И самое главное, что даже на самые сокровенные вопросы вы можете
получить ответ. Да, даже если вы боитесь эти вопросы вообще кому-то озвучить, то тут тоже вы получите на них ответы. Ссылочка на книгу внизу в описании и в моем первом комментарии.